Вот и отработочка ЗП от ВГ. Да, Бобус. Нужен новый видосик, нужно раскрытие. О, у меня стрим снайпер на 85-м. Отлично. Шо, Бобус, какие там новые видосы? Есть там какие-то... какие-то невероятные, какие-то там на 100 тысяч просмотров, на 200, на 300. Какие-то шоки, сенсации. Кстати, а Бобус, ты представляешь, какая проблема? Где конфликты? Чё за нах... Сколько времени не было конфликтов? Это проблема. Для тебя уж точно. Нужны конфликты. Нужны конфликты срочно. Да, за деньги, да. Кстати, по поводу ролика. МБ сделаю про тундру vs вот. А наш сейчас типа на хайпе. WE пишут, что убийца вот. Онлайн и там уже лучше. А ты сам что про нее думаешь? Что типа на хайпе, что убийца вот. Онлайн там уже лучше, ты сам что про нее думаешь? Про тундру? Ну я рассказываю постоянно одно и то же, ну и теперь расскажу. Я играл в тундру, вот, давненько. Я в песке пока катался, мне очень нравилось. Вот. Потом я перешел на средний уровень, на 5.4, там же разный уровень. Ну ты, наверное, знаешь, там типа нету 5, 6, 7, 8. Там уровни там 5.4, 5.7, там и так далее, и так далее. Вот, и я поднялся на этот средний уровень, и мне так это разонравилось, потому что меня там что-то начали как-то унижать, что ли. Вот. Я ливнул. Но я играл чисто танечки. Но мне нравилось еще и на самолетиках летать. Прикольно то, что в одной игре все это вместе. Вот, ну в принципе интересно. Ну вообще да, сейчас тема хайповая, учитывая там то, что Коробок эту тему разогнал с War Thunder. Ну хз. Я дальше в тутлики играю. В наши тутлы. Родные. Петлять никуда не собираюсь.